Вы смотрите отзыв об отеле Pyren. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником QR151, который был в нем в 2011 году. В отеле есть закрытый теплый бассейн, тренажерный зал, очень большой пляж, но, к сожалению, на нем много каменных валунов. В этом отеле отдают такс-фри. Очень удобно, никуда не нужно ходить, чтобы получить свои деньги. Тут их вам отдадут, но в аэропорту вам нужно поставить печать на бумаге, которую вам дадут в магазине, в котором вы покупали товар. Отель расположен на первой линии. Море в 50 метрах. Центр рядом. Нужно немного пройти вверх, и выйдешь прямо к Макдональдсу. Рядом с отелем находится Луна-парк. Очень красивый вид открывается из ресторана и бара на море просто отпад. Персонал на ресепшн очень приветливый. Есть русскоговорящие сотрудники. Этот отель хорошо подойдет тем, кто хочет жить в центре. До центра и порта идти всего 5 минут. Еще он отлично подойдет тем, кто любит купаться в бассейне. Только здесь открывается просто восхитительная панорама моря. Мы отдыхали в отеле Павла Напа, а здесь получали такс-фри. Пока нам все оформляли, я ходила и делала фото. Рядом с отелем расположен очень хороший Луна-парк. Там много интересных аттракционов. За 10 евро дают 12 жетонов на 12 аттракционов. Еще мы нашли отличный магазин очень удобной обуви Байеркенстекс. Он находится как идти в отель Угрешен Бей, в том направлении, прямо напротив ювелирного магазина Карат. Обувь очень удобная, считается ортопедической, но выглядит изящно и стильно. Цены почти в 2 раза дешевле, чем в России. Чтобы сделать дешевые покупки, нужно ехать в крупные супермаркеты. Туда ходят рейсовые автобусы. Проезд стоит 1 евро. Супермаркет Арпанидис находится в Паралимне. Туда идет 101 автобус. Он ходит каждые 15 минут. Ехать 35-40 минут. Супермаркеты Карфур и там же Котинос. Чуть-чуть подальше можно дойти пешком. Идти 10 минут прямо-прямо находится в Протарасе. Туда идет 501 автобус. Ходит он раз в час-полтора. Точно знаю, что от фруктового маркета он идет в 14 часов 35 минут. Сама ездила ненем несколько раз. Ехать в эти супермаркеты всего 20 минут. Остановок много увидите сами. Они обозначены вывесками. Только не забудьте, что там левостороннее движение. В супермаркетах вы можете купить дешевую еду, фрукты, овощи, вещи, игрушки. А не как наш Ашан. Есть всего понемногу. Все недорого. Очень удобно тем, кто живет в апартаментах. Съездили, затарили пакеты, привезли, съели, опять поехали тариться. Остановки находятся возле отелей, а там останавливаются прямо возле этих магазинов. Только будьте внимательны. В среду и воскресенье много не работает или у них короткий день. Расписание работы магазинов есть в моем отзыве про отель Павла Напа. Там есть фото. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.